Кузьма! Кузьма! Кузя! Кузьма – сибирский кот. Только он какой-то для сибирского кота, какой-то он это, немощный. Лапы какие-то немощные, но зато какой милый, хороший, не кусачий, да, и молчит. Все сибирские коты молчат, и он молчит, он то-то, жирный котик, кастрат наш. Смотрите, какой он хороший, о, ты хороший, какой смешной кот. Он на нашего папу на внешность похож. Вот, такой кузя, Кузьма, ну, в общем, он ловит мышек. Приносит родителям мышей. Ну, какой-то вот такой вот он. Вот он такой вот лопастик. Вот такой насастик. Смешной. Так, посмотрим. Вот такой он хвостик у него. Тут, значит, папаня наш. Это у нас тут терраса. Он тут живет. Покажу цветы всякие. Так, не знаю, это что за растение. Не знаю. Вот так вот у них. Такие у них просторы. Вот смотрите, у них просторы такие. Там где-то баня, еще какой-то, говорит, пруд есть с карасями. Еще там не была. Вот. Так, это значит, это олеандр собралась цвести. Ну, так хорошо, папаня все сделал. Тут у нас, видите, орхидея. Орхидея начинает цвести. Цветонос нельзя отрезать. Вот на этом цветоносе образуются потом еще цветы. Вот, маме удобрение привезла. Будет пользоваться. Здесь всякие посадили. Так как олеандра любит сухость, вот можно и кактусы сюда втокнуть. Вон там кактусы какие-то растут. Это надо, кстати, есть от... Ой, надо у нее забрать вот эти штучки.